Педагоги Брестского государственного медицинского колледжа традиционно провели профориентационную неделю, которая поможет учащимся средних школ определиться с выбором профессии. Кульминацией обширной программы стала интеллектуальная квест-игра «Станция здоровья», в которой приняли участие команды учащихся средней школы номер 20 имени Героя Советского Союза Карбышева и средней школы номер 24. Конкуренцию им составила сборная команда первокурсников колледжа. Мы постарались подготовить такой уровень, чтобы не только наши учащиеся, а и наши гости смогли достойно выступить. И по окончании будут подведены итоги, победители будут награждены. В конце недели мы соберем их, получим впечатления от недели и будем думать, как дальше улучшать свои профориентационные мероприятия. Команды шаг за шагом уверенно двигались в соответствии с маршрутными листами квест-игры. Показали знания анатомии человека и латинского языка, научились навыкам, присущим настоящим медикам на станции «Скорая помощь», окунулись в работу фельдшера-акушера, показали умение логически мыслить, эрудированность и образованность. Возможность школьникам окунуться ненадолго в атмосферу нашего колледжа и понять, что в медицине нет ничего страшного и опасного. Да, это довольно-таки сложная специальность, однако это не только сидение и зубрежка за учебниками, но и освоение различных знаний и навыков творческим путем, поскольку у нас проходит огромное количество мероприятий, которых просто по пальцам не пересчитать, и обучение обещает быть очень интересным. Профориентации подобного характера позволяют выявить качественный контингент учащихся для подготовки квалифицированных медицинских кадров. Посредством профессионального погружения участники смогли проверить уровень адаптации к дальнейшей профессиональной деятельности. Я очень хочу поступить в этот медицинский колледж, пока его рассматриваю. Это очень интересно. Это сложно, но интересно. Это меня как-то, наверное, вот эта сложность и привлекла. Если профессия становится образом жизни, то ремесло превращается в искусство. Вероятнее всего, для тех, кто стал участником профориентационного мероприятия, медицина и станет призванием. Янина Даниленко, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, новости Бреста.